Сегодня проверяем кассетную деку, супердеку AMD Akai & Denon, что ли. Кто там знаток великий, пусть разбирающийся в сортах этих марок. На самом деле, это, конечно же, Akai 95 с небольшими упрощениями по схемотехнике. Но все еще отличная по качеству записи и воспроизведения стереофоническая кассетная дека. Сегодня я провел финальную настройку. Проверил настройки, сделанные летом. Сейчас у нас конец ноября. И аппарат показал полную исправность. Небольшое расхождение параметров, которое случается в процессе прогрева и работы длительной. Все параметры точно подстроил. Проверил головку. Усилитель воспроизведения точно подстроил. Здесь также в этой деке имеется регулировка внутренняя коррекции высоких частот. Усилитель воспроизведения также ее выровнял по каналам. И точно произвел настройку на ленты типовые ТДК первого и второго типов. Подстроил также систему адаптивного динамического подмагничивания HX Pro, которая здесь имеется на борту. Она априори у меня включена. Ее можно также выключить. Разницы не будет по высоким частотам. Это отдельно настраивается также. Но будет лучшая разрешающая способность и меньше искажения при записи самых верхних частот. Пишем на кассету второго типа, DJ2 какая-то японская лента. Данная владельцем этого аппарата для настройки. 0 дБ здесь соответствует 250 нановебрам. 0 ВУ, соответственно, 160. И значок Dolby примерно 220. Уровни точно выровнены. Запас у нас имеется по уровню записи для этой ленты. Она с прекрасной отдачей. И кроме этого, очень низкие искажения во всем диапазоне частот у этого магнитофона. Меня это радует, поскольку не каждый аппарат, да еще со стеклоферритовыми головами, в данном случае Super GX, способен держать высокий уровень с низкими искажениями. Ну и за исключением, конечно, старых, настоящих хромовых, хромдиоксидных лент басов. Итак, производим запись, наслаждаемся хорошей музыкой. Этот диск у меня лет уже под 30 лежит. Диск и лента. Лента.
легкое шипение, еле слышимое даже на большой громкости. А тут его нету, где диск, соответственно. Диск этот у меня из приложения к журналу Stereo and Video из далеких 90-х годов еще, когда были такие приложения к журналам. Но до сих пор живее всех живых. Пишем. DJ2, ну это Chrome, аналог SA, Super Evelyn.
Однако это обладает прозрачным, насыщенным высокими частотами звучанием. Но что и неудивительно, по елику есть и хорошая головка с хорошей отдачей, с хорошим запасом по высоким частотам. И, что очень правильно, дополнительная настройка высоких частот канала воспроизведения. Исполнитель, конечно, вы должны его знать, это Ричард Клаудерман. Thank you.
A&D все. А дальше следите за новыми выпусками. Будет интересный ролик сравнения с другой топовой классной кассетной декой.